О, хочу, зачем? Ого, блин, столько муравьев. Абракадабра, абракадабра, чембурбу. Вот, смотри. Ого, уже какие зеленые стали, офигеть. Все, помыли грибы. Вот так вот они у нас выглядят. О, Эдвин нашел самый большой. В этот раз мы собрали больше, потому что уже была такая цель. Еще вернуться за грибами. Саркасцифа алая. В общем, выяснили, покушали. И мама тоже решила себе пособирать этот гриб. Приехали уже, ну, можно сказать, как заядлые грибники, которые уже знают, где эти грибы. Все, заходите уже в лес, наверное. И прям по лесу пойдем сейчас. Не заблудитесь. О, сейчас вот классно, да, утром темновато было, а сейчас так ярко, светло. Да ничего страшного. Он пока земля мягко проваливается. Да, вообще прям ой, это... Ой, все проваливается. Вот здесь и можно как раз земельку такую, как мучу, убрать. Вот сейчас идите, попробуйте найти вот эти красные грибы. Так, тогда вооружаемся палочкой. Их так видно, мам. Да? Да. Настя, пакет уберите. Да? Кому ну надо? Просто давай, пошлите. Пакет дайте мне, мам. Ты найди сначала, я тебе дам пакет. Хорошо, идем, сейчас. Давайте, подбирайтесь ко мне. Приближайтесь ко мне. Они чуть дальше, пошлите. Абракадабра, абракадабра, чембурбу. Грибы все ко мне. Не-не, подальше, мам, пошли, они вон там. Двигайтесь чуть быстрее, тут нету, пошлите, там они. В лесу прикольно просто погулять, да? Прям этот... Идешь и проваливаешься, да? Настолько земля эта мягкая. А вон видели, Миланочка, грибы какие это растут на дереве, вон, упавшим. На дереве грибы бабуль. Да бабуля знает, ты смотри. Это что? Это называется трутовик. Его кушать надо? Нет, они прилипают к дереву, Эдвин, вон посмотри. Я же видел такое. Видел? Вот, можешь взять, посмотреть. Ого! Лаком покрыть, и будет полочка. Прикольно? В таких местах, кстати... О, бабушка нашла. Что? Грибы. Ну-ка, нашла? Могут и это, внимательно если быть, возможно, эти и сморчки будут. Они, кстати, здесь эти идут. Мам, если ты нашла, они... Семейки могут быть, да, дальше, смотри. Пошли, там дальше много. А вон я вижу еще. А, нет, не то. Да, Миланочка, этот, он не кушает этот гриб, это он... Он чисто так. Да? Для красоты. А вот этот один сморчок был, мы с Олем попробовали. Такой вкусный, да? Гриб. Вот они, он кстати, похож, знаешь что, на жареного карася. Деликатесный вид считается. Ну, вообще типа апрель-май должны быть эти сморчки, но вот... Мне вот того запаха, как будто из этих домов кто-то готовит такие же грибы, которые у нас были. Нет, это лесом пахнет. Это нет. И есть запах. За... Это ветка такая. Да, да. Гриб, что? Че, нашла, мам? Да. Ну-ка, подожди, я показать хочу.
Вот. Смотрите. Вот, смотрите, Леон. Видите, как гриб растет? Вот. Вот эти грибы, вот, Милан, они всегда растут на древесине упавшей, которая вот лежит. Видишь как? Да. Какие красивые грибочки. Да. А ты не взяла этот, мам, нож? А я пальчиком подламываю. Вот они, вот, смотри, Милан, вот еще. Вон, идем срывай. Вот, вот. Вот бабушке идем помогай, да. Вот смотри, идем сюда. А где у тебя пакетик? Да, а вот, мам. А где у тебя пакетик? А, или пусть подрастут малыши. Не-не, собирай, что. Собирай, собирай. Они тут везде есть, нужно. Если где-то нашли, то они рядышком еще бывают. Да? Нужно аккуратненько, да. Вот, разгребать. А можешь помочь? Бабуль, помоги. А, ты не хочешь, что ли, ковырять? Не, мне неохота руки почкать. Ребят, где у тебя этот? Пакет? Вот. А мама взяла. Ты а вам ходишь возьми, по ним. Маленький пакет один. На, подержи-ка, Милан. Сейчас. Иди пакетик возьми. Вот, видишь, вот бревно да, идет. Да, грибница. Оля, ты сколько пакетов взяла? Да там много есть, много. Милашка, сбегай-ка. Я там много очень. Идемте дальше, мам. Здесь они какие-то мелкие. Держи. На, Милан. Держи. Не сюда. Да, просто закидывай. Как будто бы собрали больше, как будто бы... Нет, нет, они просто здесь мелкие, я помню. Там вот они были большие такие. Как у нас тут называется? Этот? Мох? Вот, да, мох. Он же на северной стороне растет. Да? Что-то здесь да. Опа, я нашел, 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 нашел. Где? Вот еще. Видите какой? Вот еще. Смотрите. Вот. Саркосцифа, вот. Вот смотри, мам, какой этот. Необычный какой гриб. Смотри. Вот. А вот смотри, вот красавчик, да. Как правильно пишут, чашечка эльфа, блюдечко. Да, ну-ка дай. Красота. Вот так. Вот положи. Вот так. На солнце покажу. Красота такая. На. Это надо вот в линию смотреть. Вот тут какая-нибудь деревяшка лежит, да. И на ней это все. А вот я нашла даже этот. Вот такая улиточка. Этот ракушек. Буду брать, раскрывшуюся, да? Да нет, бери. Это вот можно такое. Будет посушить, Оль. Нормально. Я нашла три сразу. Вот, собирай. Мам, смотри, что нашла. Мам, можешь ее оторвать? Да? Оторви. Ну. Это оранжевый. Бабуль, я оранжевый нашла гриб. Да ты чё? Нет, такой же красный, только оранжевый. А там же говорили, это когда молоденький, он светленький. Показали же тогда. Как это было? Да, тоже какие-то грибы, но... А, это смотри, был светленький. Вот это заберём, но я говорю, я не хочу это сказать. Светленький грибок. Идёмте вон туда, там нормально было, эти большие были. Здесь что-то они все какие-то мелкие. А там прям они это... Ой, как по вате идут, как по вате. Да, такой прям это... Ноги проваливаются, это, да? Смотри, какой, это же вот торф. Да. Это торф. Посмотрите, вот я разгребу. Посмотрите, какой классный торф. Вообще офигеть. И вот смотри, червячки. Это какой плодородная земля. Что это за штука такая? А еще, такая? Не знаю, Эдвин, слизни какие-то. А это гриб, наверное, тоже да, какой-то. Да, их трутовик потом будет. Вон какая. Ой, торф, вообще офигительный торф. Смотрите, какая земля. Вот ее нарыть и привезти да. нам. Потом в мешках это возьмем. Да, да, под растение сажать. Подсыпать. Аж когда это... сажать будем? Такое ощущение, что под землю провалишься. Обалденский слой земли вообще. Вот мох, да? Вот мох. Такие коряги, да?
для этих грибов. Ну да. Маслетки, когда ищут, вот так ищут. Они всегда под этими сидят. Вот. Их не видно, они с этими. Ну, сейчас, если с только ними. Эти сейчас, сморчки, рано. Можешь, да, увидишь. Да, маслетки. Так, мы что-то в той стороне были, там много было, да? Там где-то гуляли. Папа, мы потерялись, кажется. Нет. Нам идти вон туда. Пошлите. Че, мам? Деревья, наверное, на шашлыки. Да, здесь много что-то пилят. На шашлыки, наверное, старые что-нибудь пилят. Да-да, собирайте. Здесь посмотреть еще. Ты только под ноги смотри, Эдвин. Ты можешь на них даже стоять. Все, нашли? Да. Вот. И вот еще тут много. Я собрал. На. Подожди. Веточку можешь поднять. Веточку вам подними, Эдвин. Вот. Ну, подними. Ай. Подожди. И как шашлык? Подними, подними. Бабуль, вот можно много. Как шашлычок сразу. Да. Сразу, да, в лесу? Вот как они растут. Подожди, я покажу. Вот что я собрал. Крепится, да, вот? Они типа, это как там? Подожди. По биологии называется. Смотри, вот так вот, смотри. Угу. Как на биологии называются растения, которые не могут выжить сами? А. Как эти. Паразиты? Да, вот. Ну, это называется грибы. Это и есть. Все. Идем, мам, в ту сторону. Пошли туда. Туда, туда, Миланочка. Идем, мы там где-то смотрели, там много было. Да, под ноги обязательно смотри. Смотрите, уже какие зеленые стали, офигеть. Отойдите от света, Оль. Мам, вот. Красиво так вообще. Бабуль, смотри, что. Ого, мам. Муравейник нашли. Они нападут на нас. Так, они пока не нападут. Нет, только не трогай, Эдвин. У них, видишь, вход везде, вот домики. Вон, смотри, их сколько, Эдвин. Вон муравейник, вон муравейник, вон, вон. Это у них такое, да? Это целая база. Рыцари вон наверху, смотри. Ничего не понимаю. Ну так вот они собирают, там живут. Там еще с северной стороны, причем тут юг. Что здесь, север, что ли? Конкретно север в этой стороне выходит. Мох-то только на северной стороне у дерева. Дом, нет, Оль, вот с этой стороны чисто. Вон, так, где стороны. Как что-то, фиг поймешь, мам. Это утна, утна, где земля. Это, может, как пап... это же надо определять, когда на этом... В чистом месте стоит дерево, растет. А в лесу, наверное, это... Это не надо туда сувать. А, вон, смотри, сколько, вот, да? Вот я немножко пошевелил, вот так они испугались. Не, не надо, не ломай. А ты можешь палочку подержать. Ну, я и держал. Не-не, просто подержи, она потом, и потом палочку оближешь, она будет это... Кисло-кислое. Не, не хочу. Не-нет, это мы кушали так, в смысле. Вот чистую палочку выбери вот здесь вот, например. Ну, сломай палочку вот эту, подготовь, вот. Потом ее держишь сюда. Они ее кусают. Все? Да. Как потом стряхнуть? Сейчас они типа нападают, кусают, вот этот процесс такой идет. Ого, блин, столько муравьев. Кусает, да, атакует? Ну. О, типа нападение происходит.
Опа. Вот сейчас попробуй оближи. Свои нету? Не-не. Прикольно. Есть кислинка? Да. Это они кусают? Да. Ты можешь еще, знаешь, что сделать? Вот как раз таки намочить слюной чуть-чуть, туда засунуть, они еще больше будут кусать. И потом облизываешь, получается этот кисленькое. Пап, это там овраг большой круглый. Да? Да. Посмотрим. Ничего-то не надо. Идем посмотрим. Ну, ладно, посмотрим. Вон грибочки, вон собирается Эдвин. О, грибы, мам! Вот, вот. Мам, ну давай, мам. Давай, я закину, давай. А, нет. Сейчас, пакет. Нет, сюда прям. Вот, я же этот взял туда специально кидать. Зачем пакетик? Ну, у меня там перчатки. Давай. Все. Вот еще. Нет, это уже что-то развалено. А, давай посмотрю. А, пипец, много накусали. Соленая? А этот кислая? Очень. Я не знаю, тут всякие штуки коммуникации, наверное. Да? Не знаю. Смотри, что? Эти грибы, которые шипают, выступаешь ногу оттуда. А, споры, которые делают. Вот эти? Да, нажимаешь, и там чувствуется. Так, во. Ого, вот они. Попробуй. Ногой нажми, а он этот. Вот, дымятся грибы. Что? Дымятся грибы. Идем посмотри это. Смотри. Ну, это, по-моему, ядовитые, да? Не, давай, это споры распространяются. Давай, вот. Смотри. Ну, смотри. О, хочу, зачем? Если бы мы знали. Это вообще, ты не этот. Потом 8 часов как не будет. Как будто этот. Можно попробовать? Давай, только пальчики. Не, лучше не надо, то пальцы потом это. Можешь ногой подпить? Или палочкой, на. Это все такие? Это руками лучше не трогать. Серьезно? Вот эти споры сейчас полетят. Ну. Вот это. Вот, видишь? Угу. И они будут сеяться там. Везде, да? Да. Вот это называется споровые грибы. Ого! Вот это вообще пылюга мощная, да? Ну-ка, подожди. А, он еще и набит, да? Смотри. Подожди. Я не могу этот сфокусировать. Такой дым. Вот, смотри, еще один большой. А, нет. Либо вот. Во! Во! Вот большой еще. Сейчас надо посмотреть, что за грибы вообще. Все, не дышите да. Это этим. А то что? Я думаю. Так, возьми. Миланочка нашла. Сморчок. Сморчок, да. И мама нашла, сказала. Так, ну-ка, подожди, давай посмотрим, где ты нашла его? Я вот тут. Вот здесь? Да. Вот он. А? Мама нашла. Сейчас, подожди, я подойду. Так, если ты один нашла, Милан, рядышком еще должны быть. Мама там сказала. Они живут семействами, так. Может, что-то они прям по одной штучке только. Может, семья у них, ну, типа? Нет, нет, они просто невидимые, Милан. Прячутся. Это очень вкусные грибы. Смотри. Да. Нет, это типа сморченные, они как будто. Так, вот здесь еще посмотри, что-то я не вижу больше. Так, схожу у мамы посмотрю. Ты пока здесь ищи, вдруг увидишь еще. Блин, все тут. Тут аккуратнее, наверное, ходить надо, да? Ну, сейчас не хочу задавить.
Вдруг тут по дороге еще есть. Вот один, а вот второй. Вон второй. Ого, нифига себе. Два. Ну-ка, о, классно. Они вкусные, да? Ну. Убираю? Давай, доставай. О. Угу. Ничего себе, ножка у него. Что, это срезать же, да? Да, я покажу. Этот срезаем? Сморчок? Сейчас, подожди, Милан. На. Где он еще? Знаешь что, Милан? Вот ты этот, по бокам еще смотри. Сейчас вот здесь еще по бокам посмотрю. Они просто могут рядом быть, а мы их просто давим, ходим. Вот на одном месте надо стоять и посмотреть вокруг. Еще. Давай так на одном прям. Ну, они этот, рядышком же тусуются, так сказать. Что-то они по одному. Да, что-то то один есть, то вот. Нету, да? А вот, подожди, вот. Вот-вот, да, я же говорю, вот маленький еще. Маленький. Ну, еще. Вот, ты вот. Вот, держи. Давай. Вот этот вот срываю или что? Да. Вот еще один. Ага. Рядышком они маленькие, мам, прям этот. Смотрите лучше. Да, их прям не видно. Если один есть где-нибудь поблизости, смотрите, еще должны быть. Вот-вот, еще нашел. Они там тоже этот, вот этот, аккуратненько. Особенно, знаете что, возле этого. Деревяшек. На. Ну, сейчас. Сморчок. Смотрите, сейчас задавишь. Вот такие вот грибы. Выглядят не очень, но они очень вкусные грибы. Называются сморчки. Они такие коричневые, их очень плохо видно. О, червяк, смотри, здоровый. Это все не важно. Еще один. Задача сморчки, это. У меня два. Вы сморкайтесь. Сморчки. Нашла, Милан? У меня два. Вон там молодец. Вот, смотри. Вон у Миланочки, посмотри. Ого, ты большой какой нашла. Ну-ка, подержи. Ну, нам сморчков глаза. Это вот, смотри. Молодец, Милана, тут уже... Несколько штук нашла. Где они растут, эти сморчки? Ну ты, Милан, прям грибник, я скажу. Они на деревьях? Нет, они рядом, они на земле растут. Их просто не очень видно. Вот что. Надо какую-нибудь или палочку взять, или что. Как ты их вообще видишь, Милан? У меня глаз меткий. Ну-ка, вот Эдвину покажи, чтобы он знал. Бабу, смотри, если он здесь есть, он значит... Здесь везде, наверное, может быть. Вот. Вот, сморчок. Сейчас присядь и посмотри, рядышком, вот, под листиками. Вот, вот, вот. Они возле палочек могут быть, Эдвин. Вот зачем тебе ножку оставил? Ножку надо срезать, Эдвин, тоже. Тоже? Да. Так я оставил, где нету. Надо, короче, поближе, знаете, к чему? К бревнышкам, Аня, мам. Во! Нашла? Маленький-маленький. Нет, это другое что-то. О, смотри, какая, посмотри, иди сюда. Смотри, видишь, что? Вон, финикает. Это скалопендрия, что ли, или что? Они такие маленькие, мне кажется, все они не выросли. Да? Сейчас они на днях еще вырастут, наверное. Вот, вот. Раздавили два больших. Вот. Давайте все-таки возьмем. Помоем это все дело. На. У меня тут больше всех маленьких. Я же говорю, ходим, давим. Вот. А, нет. И даже не видим их. Невидимые сморчки. Что сморчки назвали? Не знаю. Сморкаются. Знаешь, как вот такие вот палки, когда находите, и что-то вот где-то рядышком они могут быть. А вот слизень, видели? Где?
как выглядит слизень. Вот это слизень. Это животное? Насекомое, да. Ну я понял, да. Вот это слизень. Стоп, это к нему же относится. А, да, это висок. Видишь? Это очень папа, не кусает, важные существа для земли. Папа. Земли. Нет, нет, Милан, ты чё? Чё? Нет, Милан. О, смотри, пап, знаешь, что нашел? Семечко, когда корни дает. А, ну-ка. Что это такое интересное? Ну, какое-то семечко начинает расти. Видишь, вон, зарождение. Пусть растет. Да. Приводим. Так, ищем сморчкодавов. Ой. Так, сморчкулечки. Вот нашли. Сейчас я оторву, пап. Не подожди. Надо. А, ну, семья, да? Да. Смотри. Мам, мы тут больших нашли очень. Нет. Нет, эти. Эти красные. Оранжевые. Ну, хотя бы что-то. Да, собирай. Вот, смотри, видишь, как на палке растут. Вот, собирай. Вот. Маленького тоже? Да, да, все собирай. Аккуратненько. Самого огромного. Вот. Угу. Так, палочку. Это вообще грибник, Мила. Как-то интересно. Нравится? Да. У кого больше? А ты говоришь, не хотела в лес идти. Думала, вон как интересно. Это как киндер-сюрприз, Милан. Ищешь что-то, находишь. А это знаешь что? Это еще маленькие грибы. Еще грибы не начались. Вот когда начнутся, там будут такие большие разные грибы. Тех вообще искать очень круто. Да. А вон еще муравейники, сколько он большие какие. Ну, так вот, все вместе. Чё, нашла? Да. Вот еще. Собирайся. Не-не, я лучше поснимаю это, собирать. Больше нету. Одна палочка. Цвет-то какой красивый. Ну. Ну, вы в детстве такое не собирали же, нет, да? Нет, я этого в наших лесах не было этого. У нас далеко даже если ходили, таких не водилось. Грибочков. А были грибы, которые непонятные были? Здесь? Всякие были. А, знаешь, какие грибы, оказывается, съедобные, а мы и не знали. Мы вот с Валерой, двоюродным братом, ходили, пинали эти грибы. Шарики такие на земле. Да, да, целые, да. Большие, белые. Мясные, да. Да, это тоже вот. Это съедобный гриб. Очень съедобный, мы просто тоже не знали. Так, а мы в футбол играли. Да. И не знали, мы что, оказывается, знали. Можно съесть. Так, здесь не видать что-то пока. Что, Миланушка? Нашли. Находишь что-то? Нет? Ну. Вот мы утром приходили, было полбанки. А сейчас он березового сока набралось. А что, они так делают, что ли? Ну да. Это люди сделали его? Да. Хочешь попробовать? Не надо. Нет, сок попробуй. Это чуть-чуть чужой. Попьем, обратно поставим. Глоточек. Не хочешь? Ну, не хочешь, как хочешь. Вот, мам, вот эти же есть, как его там, та штука-то, которую мы ищем? Чага? Чага, очень похожа вот на вот эту. Но не оно. Это нарост.
Это нарост, да. Чем-то напоминает. Да, но не то. А вот что-то пометили, смотри. А, это просто, наверное, метят, чтобы вот банки свои. А, может быть, да. Искать. Банку поставили, завтра придут, наверное. Сок он наберется. Ну, еще нашли. Да просто так вот собери, не надо палку доставать, пусть растут. Ну, дальше пошли. По палке, да? Нет, пойдем. Их сразу видно, они торчат из земли. Смотри, смотри, а? Вот, смотри. Но. И снег пошел в тему. Так, снег чуть-чуть идет красиво, да? Ну, этот сделали. Кто-то, да? Загнули, да, что-то. Кто-то что-то придумывал. Смотри, как выглядят маленькие эти вон. А, вообще. Децельные, да? Зародыши. Ну. Красота! Снежок? Но. Ой, я еще нашел, смотри. Вот так вот идем, мимо, да? А тут бам! И вот они, оказывается. Вот. Не ломай, не ломай. Снизу. Снизу, да, вот так вот. Подхватывай. Из них знаешь, что еще делают? Ком... Вот это сушат, молят, угу. И они кровоостанавливающее средство. Кровь останавливается. Вот, видишь, какие еды? Угу. Вот это срезают, о, и из них делают твердый, да, для ножей. Вон я еще собираю. Береза высок, вон. А, собираю, да? Да. Молодцы. База, а вон мох какой красивый, да? Вообще классный такой, блин. Это возле растений, да, говорит, тоже? Угу. Офигенно. Так, идем дальше. Что у нас тут еще есть интересного? Тут уже вон дорога, да? Пней много. Но мы в другой раз пойдем прям в глухой лес, где никого. Мало очень людей, там совсем другая обстановка. Здесь, кстати, есть разные леса и ощущения в разных местах. Разные. Да, по-разному все. О, смотри, какое дерево. Вон, можешь дерево обнять, Эдвин? У меня муравей кусил. Где? Вот тут. Я его убрал. Точно муравей? Ну да, не клещ. Да, смотри, чтобы не было каких-то клещей или что-то. А вон дерево там? По ширине. Попробуй. Что сделать? Обнять. Сможешь? По ширине, конечно, хуже. Угу. Ну, не совсем. Здоровое дерево. О, смотри, пап. Чё? Как... А, ну, вот тут роза здоровая. О, смотри, как дерево упало. Домик сделали. Арка. Вон, Миланочка, собирай, вот. Милан, идем сюда, вот. Вот еще перед тобой прям, да. Вот, вот еще. Тут очень много. Я даже слышу. Сколько можешь, собирай. Плющиков. Да не плющиков. Это не держи. Плющи. Это нет, саркасциса какая-то. Саркасциса. Алла. Так, так.
Вон еще. Маленький-маленький. Угу. Децельный. Мам, это для Барби, смотри. И вот еще сейчас покажу. Вот тут я где-то еще заметил, вот прям здесь. Точно вот видит. Вон еще есть. Аккуратно только не задави. По ветке пройдись, посмотри. Не вытаскивай, пусть растет. Удобнее. Нет, это остаться же ночью должны, как было еще. Давай помогу. Вон, тебе отрывай, Миланчик. Вот. Да зачем это? Напали, все напали. Посмотри, да. Сколько я собрала. Ничего себе. Это я сама. Молодец какая. Ну ты еще там. А вон где? Ого, ну ты вообще. Что там, мам? Грибы собрала, покажи. Это не я. Ой, смотри, сюда, вот он. Грибники. Вот она, смотри. Пап нашел. Вот это. А где? Бабуль! Тут много! Тут много! Ну пусть там бабушка, мы тут. А там есть? Нет. Ни одного. О, Эдвин нашел самый большой. Угу. Давай замерим, сколько это по длине, например, твой палец. Давай. Давай твой. Бабуль, вот тут много. Вот, например, указательный палец. Примерно, да? Вот так вот сделаем. Вот как твой указательный палец. Замерим дома и посмотрим, сколько. Что сколько? Ну, какая длина? А-а-а. Может быть, ты нашел самый большой в мире? А-а-а. Ну, а что, тоже такое бывает? Ну, такие же есть. А, именно такого вида большой. Да, да. Так что храним его тихонечко. Да, вот кейс, аккуратно вон туда положи, да. Мам, на. Вон Эдвин еще, вот. Вот. Да, вот еще вот дальше, вот 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 да. Если находите, они прямо по палочке это в длину идут, ну. Чтобы это не затоптать. Нашла маму. Здесь просто погулять прикольно даже, да? Смотри, короче, где... Можно так понять, видишь? Подожди, смотри назад. Видишь машину? Да. И смотри, видишь, где много листьев? Значит, там могут быть эти красные. Эти. Ну, где это... Дети упавшие. Палки. И с листьями. Но... Смотри, как будто... Ой, собирали. Кроты, наверное. Ну, тут слушай, слишком много людей еще. Этот, тут... Вот здесь не трогали, а там все как будто тащили эти. Да. Ага. А, вон там, да. Ну. Здесь как будто не тронуты. Вон. Еще один большой, да? Ну, тут здоровее. И вот еще. И вот еще, да, смотри. Да. Мини. Тут их много. Вот. Это вот они. Такие грибы любят. Вот я даже сейчас понял, где они могут вообще быть. Надо в лесу искать места, где валяются всякие палки, вот о, такие. Да, и чтобы еще это все было накрыто чуть-чуть листьями. Ну, да. И они вот такие местечки, где вот эти палки начинают подгнивать. В таких местах они появляются. Вот они маленькие даже есть. Вот. Вон еще. Я увидел, вот. Да, вот тут тоже есть, мам. Вон, иди собирай. Вот, вот.
Вот здесь под деревом и вон там за этой штукой. Вон. Вот там и вон там. И вон, Эдвин. Вон, вон дальше. Вот одна штучка. И в конце вон большой вроде гриб. О! Мам, прям на палке, смотри, можно. А, вот именно почему-то, которые поднимаются уже даже, да? Да. Вот палку поднимаешь, и они на них и сидят. Держи еще маленький такой. Маленький грибочек. Бабуль, ты тоже такие собираешь? Какие? Я у тебя другой мешок. Нет, а у меня других же нет. Ой, давай, давай. Вон там мама нашла. Нет. Да. Здесь, наверное, их должно быть еще. Вот ты прям наступил. Наступил? Ну. Так, я тут нашел сморчка. Товарища, так, не давите, сядьте аккуратно. Они здесь могут быть. Вот, товарищ сморчкодав. Вот, мам. Так, только аккуратного. Вон, вон еще один ноль. Вот, где? Видишь? Вот я не вижу. Так, Милан, не ходи, встань. Встань на место и стой. Да, вот я, видишь, я бы даже не поняла. Вот. Ага. Видишь? Ну, я привыкла больших таких, которые мы собираем. Да, вон подальше, Оль. Вот я вижу. Да, можешь забирать. Подожди, подожди, Эдвин. Держи-ка пока. Вот мама нашла. Да, но если они, если где-то есть, то... Сингель. Но он это, я чисто так по листьям определил. Он любит это. Местечки такие с листиками. Чего ты вперед-то кидаешь? Надо наоборот. Ну, клади, Эдвин. Ну, клади. Ну, так. Вообще не берет. Как будто бы. Так. Дальше смотрим, может. О, еще. Один. Еще есть, вон. Да, я его это под листьями надо, да. Мам, да. Ты не ходи, ты аккуратненько. Вот, у тебя перед носом. Вот еще, да. Бабуль, да. Вот тут много. Так, так, Эдвин, не ходите, а. Вот ходишь по ним. Тихонечко. Все листики поаккуратно. Наблюдай. У них верхушечки прям... А я понял. Вон. Вот, смотри, торчит, да. Да, я говорю, тут это все семейство. Я не вижу, где? Покажи палочку. Вон, видишь, торчат. А вот где торчат, там и эти. А приподнятый листочек ты имеешь? Да. Чуть-чуть бывает. Вот так вот, просто листики смотрите, вот где они, например, начались, значит, у них тут семейство может быть. Тут нет. И они вот под листиками, аккуратно вот сужайте круг, вот, так вот сказать. Особенно, где приподнятые листья. Так, здесь, где бы забрали? А, вот это? Да. Нет. Нет? Бывает, палка просто торчит сверху. Листочка. Бывает, да. Так, больше не вижу. Вот это я чисто подниму. Ну, вообще есть, получается, да? Да, они побольше станут, будет видно хорошо. Я думаю, да, они, может быть, подрастут. А еще за них уже страшно много. А зачем? Вон красный гриб. Только аккуратненько надо смотреть. Еще товарищев сморчков. Да, смотреть сморчок хотел сказать. А я вот здесь как раз сейчас шел, так и думал, что где-то здесь должны быть сморчки. Потому что прям место такое сморчковое. Один нашли. Так, пока, да, не наступайте, посмотрим. Вот он, товарищ. Вон еще красный. Я вижу, да. О, этот упал, смотри. А вот еще красный, мам, смотри. Ножка упала. Держи. Можно я посмотрю? Да, да, можно. Двигаюсь. Вот так вот сядь и на горизонте высматривай. Где же они? Где же? А я очень люблю, да? Где же, товарищи сморчки?
раскопки не надо, Эдвин, устраивать. Я червей только нахожу. Сейчас мама там тоже нашла. Только тут такое ощущение, как будто может заминировано быть ими. Нужно. Я пока стою, вот тут был в одном месте. Аккуратно торчал. Надо. Вот, смотри. Ого! Вот он на торчка. Вот похож, это да? Ты нашла. Вот это уже с торчки. Вот аккуратно, Миланочка, сюда встань. Вот здесь вот. Не вот ходи. Здесь. Вот это бабушка нашла, смотри. Вот он, вот тут был. Вот. Ого! Вот бабушка не видит, но если да. Что-то и видит, на, мам. Да. Вот это, другой, второй вариант. Вот возьми его. Сморчки, они длинные, на. Ну, не, положи возьми, себе. Не надо, что? Где у тебя, Миланочка, тот? Сейчас возьми, дома пожарим да. И попробуем да. Этот. Да. Вот. Торчком делай. Подожди, надо, значит, здесь еще посмотреть. Вот здесь вот был, вот ножка у него. А может взять ее вот так откопать и домой подсадить? Да вот нет, что этого торчка. Так, значит, он тут семейство должно быть. Потому что большой, да? Да, он не может один тут. Он один. Вот он торчал, ого, да, поэтому он какой его большой увидела. Вообще. Если бы не торчал, я бы его не увидела. Не, ну они и торчат, мам, по чуть-чуть. Да, нет, это какашка. Вон, круглый кукуши Милана нашла. Это какие-то животные, Милан, лесные. А если тут медведь? Может быть. Так, Оля нашла еще одного сморчка дава. Угу. Не ходим. Здесь они еще могут быть. Что нашла? Маленький только. Вот. Ай, бабушка. Значит, здесь где-то есть. Здесь, на вот еще. Ну, Эдгара терпения не хватает. Такие да. Я нашел. Большой. Где? Вот. О. Это давай. Маленький. Первый сморчок. Эдвин, поздравляю. А то одни кукушиные видели. Мне не надо. Вот сверху бросок. О, и сморчок. О, картошечку будем жарить еще. Я вот просто так палкой тереблю. Ну они вот под этими под листьями. Листиками могут быть. Да. Ну тут по ходу дела у них семейство. Вся тусовочка-то и здесь. Опа, смотри, тусовочка тусовочками, а тут вот кто-то лазит. А? Опа, ничего себе, гриб красный с белой шапочкой. А здесь у нас смотри, есть еще сосновый лес. Такой красивый, ой. Да. Очень красивые деревья. Очень. Одно из наших любимых местечек. Оль, это здесь. Же такой же красный ствол, как мы ездили, отдыхали от Абзакова. Угу. Такие же. Сейчас посмотрим, что есть в этом лесу. Пакетик... Красота. Да, что-то рубили здесь. Аккуратнее, да, очень много рубленых этих палочек можно упасть. Милану за ручку, Оль. Оля с мамой хотят шишки собрать. Только для чего? А, вот, мам, это целая куча. Даже собирать не надо, вон. Просто греби. Вон этих шишек тут целая куча. Настойку сделали черную. И тут сосны такие красивые, да?
Все, грибники приехали, пособирали. Пакет еды насобирали, да? Набрали хвои. Вон дедушке вот такое обычное, да, и вот простое, да. Вот. А мне наоборот навороченные. Шишки набрали. Сосновые. Вон. А ты где, мам? Сколько это строчки свои? Строчки, вот. А не строчки, а какое-то вот эти. Забыл, как они называются. Выпендрёжники эти такие красные. Да, вот целый пакет вообще мама вот, набрала. Вот, смотрите, вот сколько. Насушу лекарство сделаю. Да. Ты еще в Ютубе поизучай. Ой, да, это на сайте. Как? Ты мне сайт только посмотри, название вот отправь. Вот сделай. А посмотри, какие есть большие, вот прям конкретные. Да, ну, вот они сейчас. Просто дождь прошел грязненькие. Просто. Прикольные, да, такие? Да. Mm-hmm. Вон, смотри, какие крупные достаточно. Ой. Да, хорошие. Да. Просто развернулись другой стороной. А вот ой, прямо как конкретно чашечки, да? Ну. Вот чашечки. Вот будем знать, что есть такие грибы. О, чудо в вообще, смотри. Здорово. Как будто цветы. Ну. Мыть только, мама, это сложно. И еще один, да? И здесь еще вот. Мы вот такой вот пакет набрали. Бабушка нам. Сейчас будем этот строчки, сморчки варить. Посмотрим, что это. По вкусу. Сморчков достаточно, да, количество. Ну. Все, я пошла еще добро. Вот видите, сейчас сделаю шишки. И шишки, и настой сделаю я конкретно лекарственный. Из этих веточек и шишек. Все. Пошла, для сосудов. Ну все, приду с сморчков. Да, сейчас сварим это. Ага. Придете с папой, попробуйте. Мы тоже тут набрали. Шишек под деревья. Вот. Это да. Милана сама все собрала. Сморчки? Нет, сейчас. Мы пришли второй раз из леса. И вот какая у нас здесь добыча. В этот раз мы собрали больше, потому что уже была такая цель собрать эти грибы. Посмотрите, какое количество. Мелочку убавь там. И в этот раз еще постарались собрать сморчки. Вот они. Их варить-то не надо, их просто можно помыть и это сразу пожарить с картошкой. Или можно просто сварить и кушать без жарки. Они будут очень вкусные. Вот различие, да? Да, вот этот идет, как он, сейчас точно посмотрю, как называется, но вроде как старчок, что ли. Угу. А вот этот идет... Сморчок. Вот смотрите разницу со света чуть-чуть. Этот пошире, поздоровее будет, тут волны побольше. А вот эти они идут поменьше, длинные, зауженные. Вот мелкие волны. Вот они на ножке. Вот. Вот их ножка. Очень вкусные грибы. Эдвин червяка положил. Да. Так. Ну все, вот такое количество. Сморчков, конечно, не так много. Но можно сварить, попробовать вареных их, да? Сейчас закинем это все дело, замоем. И мы их не будем сейчас готовить. Мы хотим засушить. И будет у нас потом что-то типа приправы. Можно засушить на мелкие кусочки, нарубить. И когда, например, суп варишь, можно раз в суп, допустим, добавить. Или, возможно, их надо сварить, потом засушить, да? Поизучаем. Сейчас посмотрим, как это делается. Вот. И в любом случае сделаем, потому что... Потом закидывать в суп, я думаю, будет очень вкусно. Можно делать вот картошка, бульончик, чуть-чуть грибов, даже немного, и уже будет такой грибной суп настоящий. А запах какой будет? Вкуснейший. Уже запах такой стоит. Ну,
Смотри, какие большие, да? Мы один раз всего лишь сходили, а уже подсели. Можешь метр принести, Оля, рулетку там? Сейчас мы замерим. Вот это у нас один из самых больших. Какая величина вот этой чашечки будет? Вот такой вот гриб. Так, давай. Так, замеряем, ребята. 9, 8. Так, будем с вами соревноваться. 9 сантиметров шириной. Вот такой вот гриб. Здоровенный. Свежий. Он видно, что нормальный. Вот. Они только выросли. И при том, что это у нас на улице сейчас морозы. Вот -1, -2 вечером, вообще вон -3. И даже в таких условиях вот они вылезли. А сморчки от холода еще больше сморщились. Я думаю, что они вот сейчас потепление будет, они все повылазят. Можно будет потом туда же сходить, на эти полянки, да? Мы уже знаем, где. И там же еще их пособираем. Только что заехали домой. И на улице снег пошел. Только собрали грибы, приехали, и снег. Погодка, конечно, великолепная. И прям, знаете, вон буран, можно сказать. Сейчас ходили, на улице было прям, знаете, вот солнечно, так классно, прям уже такое ощущение, что ну вот-вот уже тепло, все хорошо. И тут бам! Двери закрыли, и на улице, пока я снимал видео про грибы, снегопад. А как красиво смотрятся наши березки, вот посмотрите, 4 березки. Как красиво смотрятся сосны, ели. Вон там 2 штучки еще, 2 ели посадили. Близняшки, кстати. Они вдвоем в лесу росли. Я вот 2 штучки взял, посадил. Такие колючие. Сосна не настолько колючая, вот как ель. Даже вот там еще другая ель с другого места есть. И то так не колет. А вот эти вот близняшки очень колючие. И у нас здесь прям коллекция хвойных деревьев. Надо будет еще подсадить вон туда промежуточек. Будет посадка прям. Выходишь так во двор. Красота. Лес. Потом сюда еще, наверное, подсадим грибы. Тоже будут расти. Почему бы и нет? Так что вот такая вот у нас красота. А Милана смотрит Майнкрафт. Грибы собирала, да, Миланочка, сегодня? Грибник у нас. Самая первая нашла сморчка. Даже не знала, как он, в принципе, выглядит, а нашла, да? Сезон сморчков открыла Милана. Молодец. Оля почистила все грибы. Вот. Чистила она щеточкой. И ножиком. Вот такой щеткой и ножиком. Угу. В общем, это заморочка. Долгий процесс. Ну, где-то час там с небольшим, наверное, почистила. Но зато мы это сушить же будем. Да. Они будут чистые и надолго хватит, как специя. Ну, в принципе, час потратить, зато вон сколько грибов. Целый тазик получился. И сморчки. Их больно там чистить не надо, просто помыть. Вообще, не знаю, 5 их. Да, ну вот удобные вкусные грибы. Это чуть подзамороченная тема такая. Лопухи вот эти. Зато, наверное, полезно. Потому что весной первые грибы получаются, да? Да. Будем сушить, покажем.